Праздничный ужин для мужика от Копатыча на 23 февраля, конечно. Для этого нам понадобится помощь Нюши. Берем кусок мяса и нарезаем на ровные ломтики. Потом хорошенько их отбиваем, солим, перчим и посыпаем паприкой. Затем мелко нарезаем укроп и закидываем к 100 граммам сливыча. Туда же натираем 3 зубчика чеснока и разминаем все до однородности. Теперь полученную массу намазываем на мясо и сворачиваем в рулетики. Потом крупно нарезаем картошечку, закидываем на противень и добавляем соль, перец, паприку и растительное масло. Нанизываем наше мясо на шпажки и, положив сверху картошки, отправляем в духовку на 40 минут. А пока мясо готовится, замачиваем мелко нарезанный лук и луковой водой смазываем наше мясо. Держим еще 20 минут и все готово. А вообще не еб... голову и подарите своему защитнику свой вареник. С праздником, мужики!